так. Я давно не общался со своей питерской подругой, которую я очень-очень дружу. Вот. Угадайте, о ком речь идет. Фамилия Наталья Ярух. Вот. Это вот общение не со мной, а в Питере живет и Павел Троценко, он же издавал эти книги, вот они, он же редактор, вот, и он издавал эти книги. И вдруг у меня приходит вот такая штука, вот, я попробую вам прочитать. Почему? Нашелся питерец, который попросил меня ее координаты. Я полез искать, и вот это я нашел. И сам 14 этого июня я только впервые это увидел. Мы дружим, я им много высылал информации, и не только информации, я им много высылал разных материалов. Но она человек самостоятельный, и у нее есть свой канал, Серенады Северных Садов. Меня спросили, я отвечаю. Вот это вот меня очень, очень, очень вдохновило, что значит настоящие друзья. Мой друг и учитель Валерий Костюк, это, говорит, человек самостоятельно настолько, что иногда, мне кажется, это я по многим отраслям должен к ней был пойти в этот, ученики. А она пишет, друг и учитель. Садовод с большой буквы, сибиряк, и просто замечательный светлый человек, на основании своего огромного опыта и глубоких знаний, написал книгу, которая поможет нам с вами воссоздать в России роскошные сады, какие некогда буйно цвели и щедро плодоносили. Закажите эту книгу, массу полезной информации, вот, пожалуйста. Вот. Интересно? Но интересно другое. Я же должен был информацию дать о ней. Смотрите. Я сказал человеку, который сказал, дай информацию. Вот. Я говорю, я покажу на вебинаре. Смотрите. И вот Серенада Северных Садов, Лен область, Всеволожский район, Верхние Осерки, садоводство. Ярух Наталья Вячеславовна, администратор. Вот ее телефон. Роза, виноград, бахча. А самое интересное, смотрите. Карта СБ. Это значит, что она продает розы, винограды, бахчу. Поняли, да? И вот еще раз телефон. То есть она уже самостоятельный человек. Я надеюсь, когда-то будет торговать уже саженцами абрикоса, что все впереди. Но трудно, трудно в Ленинградской области этим заниматься. Она одни из первых, так сказать, этих основоположников. Я на вопрос ответил. Вот. И спасибо за добрые слова обо мне. Я с удовольствием это показываю вам.